В Алматинской области прошло торжественное закрытие мегафестиваля «Аспанфест». Начиная с 3 июня он еженедельно радовал жителей и гостей Кунаева бесплатными музыкальными представлениями, выступлениями эстрадных артистов и множеством разных активити. Моя коллега Мина Усенова насладилась атмосферой фестиваля. Каждую субботу лета для жителей и гостей Кунаева на центральной площади проходили розыгрыши и музыкальные шоу звезд отечественной эстрады. И все это абсолютно бесплатно. На этой неделе выступают не только звезды эстрады, но и таланты региона. Стоит отметить, этот фестиваль был полностью организован при поддержке спонсоров. Вход бесплатный. Надеемся и в следующем году продолжить эту традицию. За все лето на сцене «Аспанфест» прозвучало больше 300 песен, более 100 различных музыкантов и восходящих звезд. На закрытии фестиваля представители культуры наградили благодарственными письмами акима области. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за такое мероприятие. Каждую субботу 12 недель концерты были превосходными. Нам все очень понравилось. Сюда каждую неделю приезжают различные звезды. Сегодня ждем выступления Казыбека Кураиша и Кайрата Нуртаса. Мы специально приехали из Алматы, чтобы посетить фестиваль «Аспанфест». Настроение отличное. Спасибо большое. Все очень классно. Спасибо всем жителям и гостям мероприятия, что поддерживали нас. Мы предложили эту идею областному департаменту культуры, и они поддержали нас. Надеемся и следующим летом организовать такой фестиваль. В заключительный день фестиваля был аншлаг. Более 20 тысяч зрителей. Среди них разыграли больше 200 ценных призов. Амина Усенова, Хангель Ахмедханов, телеканал «Алматы».